Саакашвили в белом кимоно Саакашвили, представляющий Уральский федеральный округ, и в синем кимоно Карапетян, представляющий Северо-Кавказский федеральный округ. Пытался сделать прием, спортсмен бинул кимоно, промахнулся и тут же вот накрыл его и пытается пройти на удержание при том, чтобы освободить ногу Карапетян. Это у него не дается. Соответственно, поединок продолжается в стойке. Захват, в принципе, хороший у Саакашвили, но только лишь односторонний. Для того, чтобы сделать атаку, нужно либо взять два захвата, либо сделать молниеносный подворот, по всей видимости, броска через плечо, который мог подготовить против Саакашвили. Ну а когда два захвата уже есть, в принципе, атаку нужно проводить более подготовленной. И с выводом из равновесия. А в данной ситуации арбитр расценил действия спортсмена в белом кимоно как уклонение от борьбы. Без подготовки проводил атаку Саакашвили. Соответственно, вот Саакашвили получил за это шида. Но со стороны Карапетяна мы также не видим никаких атак. И, по всей видимости, мне кажется, не уравниловкой нужно заниматься, но, тем не менее, арбитру и заметить то, что спортсмен в синем кимоно также ничего еще не сделал. Действия должны быть быстрые, активные и четкие. Ну, вот сейчас мы видели бросок, Карапетян пытался сделать бросок. Единственное, Саакашвили ушел, вывернулся на живот, поэтому бросок не оценивается. А сейчас Карапетян, если сможет освободить ногу, у него есть шанс сделать удержание. Сковывающее действие. Нет, это не получилось. Соответственно, спортсмен поднимается вновь в стойку. Есть захват у Саакашвили. Не знаю, что ему мешает сделать атаку. Ну, сейчас плотный захват стал. Взял спортсмен Карапетян. Единственное, что это происходило на краю татами. Второе шида получает Саакашвили. Ну, вот так. Действия неподготовленные расценивает арбитр в данном поединке. На мой взгляд, немножко с опережением. С опережением делает арбитр замечание. Поскольку не видно по почерку проведения поединка, что только один Саакашвили делает неправильное действие. Со стороны Карапетяна никаких технических действий мы не видели. Соответственно, либо замечания должны быть обоюдным, либо они должны быть более обоснованными. Сейчас хороший захват забрал Карапетян и вот уклонялся от борьбы, уходил на край татами Саакашвили. За что получает он третье шида? Но четвертое шида — это уже дисквалификация. Если спортсмен не сориентируется и не перестроится, то он проиграет.
пытался провести прием Цесишвили, не смог. Такое ощущение, что действительно какая-то суета не дает Цесишвили подготовить и сделать атаку. Сам сбивает себя. А сейчас уже за блокирующий захват представитель Северокавказского федерального округа получает замечание Шида. 30 секунд до конца. Да, смирился с тем, что проиграл Сисяшвили и не может подобрать ключи к своему сопернику. Арбитр молниеносно отреагировал, на мой взгляд, слишком быстро, ускоренно, с ускоренными темпами именно в этом поединке. И спортсмен в белом кимоно получает дисквалификацию Хансуоку Маки. Ну, не знаю.